Между тем, актюбинский крупный бизнес проверили на террористическую уязвимость. Несмотря на то, что большая часть обследованных объектов к возможным ЧП оказалась готова, не обошлось без замечаний. Основными недостатками в системе антитеррористической защищенности оказались не совсем высокие ограждения крупных предприятий. Они не дотягивают до необходимых 2,5 метров. Помимо этого, отсутствует ограничение доступа сотрудников и посетителей к охраняемым помещениям. Не на всех объектах также имеется система видеонаблюдения и охранная сигнализация. Всего было проверено более 700 особо важных и стратегических объектов, предприятия с опасным производством, а также крупные точки с массовым скоплением людей. По итогам проверки было вынесено свыше 200 предписаний, оштрафовано 27 руководителей. В основном установлены аналоговые видеорегистраторы с низким качеством изображения и техническими характеристиками. В результате качество установленных видеокамер не позволяет визуально подтверждать факт несанкционированного проникновения для оценки ситуации и идентификации нарушителей. Также в большинстве объектов имеется свободный доступ к несанкционированному отключению охранной сигнализации.